Не хотелось бы вступать в войну, и понятное дело, что никто из здравомыслящих людей не хочет той ситуации в России, которая сейчас происходит на Украине, но у кого-то могут не выдержать нервы. И вот это как бы в этой ситуации самое опасное. Здесь нужно сохранять хладнокровие и не отвечать на совершенно откровенную вот такую вот, как, я даже не знаю, как это назвать, понимаете, то есть провокацию, это даже уже не провокация, а то, что происходит на границах с Россией в Ростовской области, да, надо сохранять хладнокровие и тщательно продумывать каждый шаг, потому что